привет всем! Зажигалочка опять с вами. Сегодня классический латвийский холодный день с таким неприятным ветром. И вчера был снег весь день и всю ночь. Вы видите, опять стало все бело вокруг. Но сегодня не холодно, просто ветрено и очень неприятно. Я нахожусь на привокзальной площади Рижской железнодорожной станции. Те, кто был тут, наверное, видите рижские часы и старую надпись. Станция построена в советское время, и поскольку она скоро будет реконструироваться в связи с тем, что будет строиться новая железная дорога, которая соединяет балтийские страны со старой Европой. Это большой проект, финансируемый европейскими фондами. Как вы знаете, что ширина колеи отличается, поэтому я решила сделать вот этот видео и посмотреть, как живет Рижский железнодорожный вокзал сегодня. Пойдем? Уважаемые пассажиры, для того, чтобы Рижская центральная станция стала пассажирам более удобной, на станции происходят ремонтные работы. Во время ремонтных работ будут внесены изменения в графике движения поездов. Для того, чтобы убедиться, с какого пути отходит поезд, просим вас следить за актуальной информацией на табло, которое установлено на станции. Приносим изменения в причиненные неудобства. Dear passengers, we wish to make the Riga Central Train Station more comfortable for you. Therefore, renovation works are being done at the station. During this process, there are changes so that you know from which track your train will be departing. We apologize for any inconvenience that this may create. Момент. Не, не страда. Я. А ты знаешь, там у него это самое, что-то он говорит, черновато чувствую, и может быть, говорит, ковид или чего это самое так. Ну, а...
нахожусь на Рижском железнодорожном вокзале, который, можно сказать, уже отживает свое время, потому что планируется реконструкция как здания, так и железнодорожных путей. Поскольку Латвия, Литва и Эстония находились в системе поездов Советского Союза, то рельсы были шире, чем в Европе. Это в свое время было построено в целях обороны. Сейчас Европа хочет соединить Балтийские государства с Западной Европой, с Восточной Европой, поэтому планируется строительство большого железнодорожного пути, называемого Rail Baltica. Строительство уже немножко началось, проекты утверждены. Я думаю, что в скором времени будет проходить реконструкция и вот этого исторического места, куда приезжают или приезжали все туристы, которые планировали посетить Ригу и Латвию. Здесь, на этом же пути, вот именно тут, приходит поезд также из Москвы, из Петербурга. Когда-то, когда я училась в Москве, это было просто, потому что ты мог сесть вечером на московский поезд, утром очутиться в Москве, сдать экзамены и вернуться домой. Сейчас, конечно, это намного сложнее, потому что, чтобы поехать в Россию или в другие страны бывшего Советского Союза, не все, но многие из них, нужна виза. Поэтому нельзя так просто прийти на вокзал, купить билет, сесть в поезд и поехать в Москву или в Петербург. Отсюда уходили поезда по многим направлениям, в том числе, конечно, Москва, Петербург, Симферополь, Воронеж, многие другие, Минск, да, Киев и многие другие направления. Сейчас многие из этих направлений ограничены для путешествий, потому что требуется виза. Пришла в пригородный вокзал. Здесь очень много направлений, куда идут поезда. Видите, табло, все забито. И здесь за мной также находятся пригородные кассы. Вокруг очень много разных магазинчиков, почта, разные услуги, которые предлагаются как на первом этаже, так и на втором этаже. Кондитерские, рестораны. Это тоже все здесь. Люди довольно многие едут, хотя сегодня неприятный холодный день, дует холодный ветер, но тем не менее люди одеваются тепло и, наверное, есть какие-то дела, по которым они отправляются в пригородные направления. Кто-то едет на работу, это довольно удобно, потому что запарковать машину в центре в Риге достаточно сложно. А на поезде или на электричке, у нас работают как поезда, так и электрички, доехать до вокзала удобно, и потом городской транспорт, сообщение тоже хорошее, можно на городском транспорте добраться в любую другую точку Риги. Сегодня пятница, люди едут не только домой с работы, но и многие выезжают по разным направлениям по Латвии. У латышей такая привычка, что почти у каждого есть, если не сельский дом, родительский дом или дом, который достался по наследству, то есть дача или какой-то участок у большинства. Если нет, то все равно можно поехать куда-то к друзьям, можно поехать в Юрмалу погулять, можно поехать на
разные трассы. Можно поехать в Сигулду, Цесис, Мадонна, биатлон, лыжи и в разные другие направления, чтобы хорошо провести выходные. Поэтому сегодня пятница, люди немножко расслаблены, но тем не менее каждый спешит куда-то по своему направлению.